Недавно лазил в YouTube, смотрел всякую дичь и наткнулся на видео под названием «Отсосало на улице». И как вы думаете, сколько было просмотров под видео? Там было 2 миллиона просмотров. Само собой, основные зрители – это дети от 10 до 18 лет. Какие выводы можно сделать? Что наше общество деградирует и теряет нравственность? Ну, возможно. Лично я сделал другой вывод. Человек, который жаждет славы и популярности, сделает все, что угодно для раскрутки себя любимого. И поэтому для него нет каких-то правил и рамок. Плохо это или хорошо, судит каждый субъективно. Суть в том, что человек все равно добивается своей цели, пусть даже благодаря детишкам, которые смотрят и лайкают все подряд, потому что глаза у них не так избалованы, как у взрослых. Ну и в общем, можно даже долго не анализировать, основной тренд сейчас это быть псевдо-аморальным. Почему псевдо? Потому что все это делается не по-настоящему, для хайпа и просмотров. Можно ругаться матом, называть девчонок сучками, показывать крупным планом их задницы, но каждый понимает, что этим телкам заплатили за их актерское мастерство, автомобили и слитки золота взяли в прокат для съемок клипа, а исполнитель на самом деле миленький щеночек, который просто выделывается для хайпа. Почему бы и нет? Каждому свое. Я убедился, что большинство зрителей – это умалишенные или недоразвитые люди с ужасным вкусом и отвратительным чувством юмора. Нет-нет, конечно, ты совсем другой. Таких может приколоть аншлаг, кривое зеркало, и они ходят на концерты Глызина. Я хрен знает, кто такой, просто на афише прочитал. И некоторые этим пониженным интеллектом основной массы хорошо так пользуются и вливают в мозг свою информацию, зарабатывая на этом миллионы. Не будь тупым, смотри мои видосы и умней. И, конечно, ставь больше лайков. Меня зовут Марат, подписывайся на меня везде, ссылки в описании.